Здравствуйте, меня зовут Лия Надежда, а это мой супруг. Кахраман Ахназаров. Мы цирковые артисты, мы раньше работали воздушную пару на ремнях вдвоем. Буквально два года, как полтора-два года, мы перешли на новый жанр. Когда мы репетировали вот именно этот номер, были падения, там были вообще очень страшные падения. Цирк всегда есть. Это риск, да? Это цирк. Травмы, падения всегда есть. Без этого никак. Без доверия этот номер невозможно. Я считаю, что он очень надежный, но я за ним как за каменной стеной. Сильный. Это про него, да. Я не переживаю вообще. Вы к нам приехали с каким-то номером красивым, я так понимаю, потому что я вижу вон вашу сцену. Я не буду вас задерживать. Давайте посмотрим. Давайте, Кахрамон. Красиво, вот вы так красиво смотрелись вместе и смотрите сейчас. Спасибо вам за номер. Надежда, такое вот обаяние, улыбка. К нам вот поступает, идет к нам вот эта энергия. И от Кахрамона такая мужественность и опора. Спасибо вам. Спасибо. Весь этот номер, я сидела такая напряженная. Я боялась, что как бы вы не вылетите из этого... вот этого круга, да? Как я поняла, вы недавно только начали заниматься на этих роликах, да? Да. Вот такого номера мы еще не видели, поэтому мне очень нравится. Спасибо вам. Удачи. Спасибо. Вам спасибо. Ну, конечно же, этот номер, мне кажется, он получился. Молодцы. Спасибо большое. Кахрамон. Да. Спасибо. Да, я говорю да. Мне спасибо. Да. Надежда Кахрамон, и я вам говорю да. У вас 4 да, вы переходите во второй тур. Спасибо большое. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.